А вы впервые в СВЛ, вообще, как узнали про эту лигу, как решили заявиться? Ну, у нас команда собрана среди участников, среди студентов 1, 2, 3 курса. Есть те, которые уже принимали участие. Лично я не принимал такого масштабного мероприятия. Я принимал малый в своем городе между школами, но вот хочется поиграть в студенческую лигу, узнать, что это, и попробовать свои силы на поле. А у вас в команде собраны игроки чисто вашего вуза, не брали никаких-то знаменитых или легионеров? У нас вроде как два участника, два спортсмена не из нашего вуза. Все остальные из нашего. А что ты вообще слышал об СВЛ до того, как заявиться? Ну, честно, ничего. Ничего. Впервые вот как бы так услышал и хочу попробовать узнать, что это. А вообще, какие ожидания у тебя от этого сезона вот в СВЛ? Как думаешь, какие планы вообще перед командой ставите? Все-таки дебютный сезон? Сразу выход? Ну, нет. Сразу выход невозможен. Ну, конечно, возможен, но для этого надо приложить очень большие усилия. Мы будем стараться и будем показывать себя наилучше, как только сможем. Ну, тогда вот последний вопрос. Вот многие команды, многие игроки, в принципе, все почти не знают о вашей команде. Что ты можешь сказать, чего ожидать вообще от вашего коллектива в этом сезоне? Может, какие-то сюрпризы преподнесете? Ну, мы собирались несколько тренировок, сыгранность есть. Есть довольно такие, как сказать, в общем, разыгровки, которых, ну, можно не ожидать вообще. То есть такие пару сюрпризиков, но мы не знаем, как они, пройдут они или нет. То есть все-таки стоит следить за вашей командой? Да, я думаю, что да. Хорошо, спасибо.